Сегодня девятиклассники Сургута сдали первый экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. Свои знания по английскому языку продемонстрировали без малого 300 ребят. Стоит отметить, что в этом году впервые экзамен по иностранному языку проходит в 2 дня и состоит из 2 частей – письменной и устной. Этап говорения девятиклассники пройдут завтра. Для этого подготовили 4 площадки в школах номер 1, 4, 19, а также во 2-й гимназии. Все пункты оснащены специальным оборудованием, компьютерами и гарнитурами для записи речи. Организаторы отмечают, что в этот раз ГИА максимально приближена к ЕГЭ по строгости процедуре проведения. Однако, несмотря на это, сами ребята чувствуют себя уверенно и не волнуются. Я готовился с начала года, ходил к репетиторам, ходил на дополнительные курсы по английскому языку. Ну, занимаюсь я достаточно долго и думаю, что я сдам, сдам экзамен. Я вроде себя достаточно уверенно чувствую, не могу сказать, что я прям очень боюсь этого. То есть это говорение? Ну, меня не напрягает. Всего государственную итоговую аттестацию в этом году пройдут более 3500 девятиклассников. Отличительная особенность этого экзаменационного периода от прошлых заключается в том, что сейчас ребята для того, чтобы получить аттестат, должны сдать 4 экзамена. 2 обязательных – это русский язык и математика, и 2 по выбору. Причем, если ученик претендует на поступление в профильный класс, то по предметам, которые он изберет, необходимо набрать максимальное количество баллов, чтобы быть конкурентоспособным в конкурсе за место. 2 предмета выпускники выбирают, связанные с перспективами продолжения ими образования. Как, например, физико-математический класс, соответственно, нужна физика, информатика. Для ребят химико-биологического класса, соответственно, нужна еще, кроме обязательных предметов, химия, биология. И вот выбор 2 предметов, он, собственно, и связан с продолжением образования по тем направлениям, которые ребята видят для себя в приоритете.